Добрый вечер! Всем привет! Сегодня вторник, 21.00. И сегодня у нас КВ. КВ у нас РСТЛ, 9-й сезон, если я не ошибаюсь, да? По-моему, да. Да. Вот, по-моему, 9-й сезон. Кажется так. Вот, сейчас, одну секунду, что-то я не могу попасть на Good Game для проверки. Для проверки, работает ли у нас все. Так, смотрим. Ну да, действительно, долго открывается, но открывается. Так. Да, долго открывается, мне это что-то сбило немножко. Данил, поскидывай, пожалуйста, нашим оппонентам ссылочки на стрим. Так, сейчас один момент. Вроде как должен уже пойти стрим. Если я не ошибаюсь, да, вроде должен уже. Сейчас проверяем на... Так, Бами еще инвайт пока не прислал. А ты где-то уже ожидаешь, да? Да, я уже вот... Бами уже создал. А, так я тогда через тебя запрыгну, что я туда буду? Давай, конечно. Все, отлично. Так, сейчас надо сделать немножко звук Старкрафта. Проверить звук здесь, в принципе, должно хватать его. Все вроде достаточно. Проверяем стрим на СК2ТВ. Должен там уйти рестрим уже. Так, ну, на Good Game и на СК2ТВ как-то не очень все. Я ничего не вижу, например. Ну, задержка же 2 минуты. Значит, не прошло еще 2 минуты, друг? Ты думаешь? Ну, почему нет? Все уже должно, по идее. По идее, все должно работать. Да, есть, Данил, пошел. Стрим, есть, да? Все нормально, да. Да, на Good Game, на СК2ТВ тоже, по-моему, все хорошо. Если я не ошибаюсь. Хотя есть. Я сегодня слышал, что. Так, ну у нас уже пошла игра, так что, да, в принципе... Да, и повезло у нас Бами, он играет с Инди, с ГМЛ. Да, вроде все вроде хорошо. Мало все нормально. Что... Итак, да, сегодня у нас все настройки проверили. Сегодня у нас КВ, UA Team против IS Imba, румынская команда. Даже это IS Imba не основной состав, это второй состав, да? Да, я даже не знаю, за кого мне сегодня болеть. Я просто этнический румын. Ты этнический румын? Ну да. Поздравляю тебя. Спасибо, друг. Это действительно важно сейчас. Да. Это очень хорошая информация. Она в точку прямо перед началом матча. И собственно говоря, что? И, собственно говоря, у нас Бами играет с Инди. МЛ Бами с ГМЛ Инди на карте мосты. Да. ТВП. Да. Справа у нас ГМЛ Протас Инди, слева у нас МЛ Теран Бами. Поехали, друзья, ребятки, ребятушечки. Да, посмотрим. Еще и вот мосты, не знаю. Насколько я знаю, Бами не очень любит эту карту. Бами любит эту карту против зерхов. Но сегодня против него играет Протас, поэтому Бами что? Бами все. Не очень любит Бами эту карту. Так. Интересно, будет ли Протас тут ставить в кустах пилончик? Протас на натурал, да. Протас такая раса, да. Что может делать все, что угодно.
Может ставить пилон в кустах и варпать прямо на натурал к Терану. Может ставить какую-то бяку непонятно где и непонятно что. Ну, это он всегда может, он же протос. Да. Протосюльки. Протосюлечки. Нормальные ребята. Интересно так понаблюдать, конечно, как играют у нас. АМЛы? Те самые 200 человек, да, которые вот самые-самые избранные. Ну почему избранные? Они своим трудом добились. Это почему сразу избранные? Ну, избранные они это сделали Нео. Так, чтобы их избрали. Избранные это Нео. Что? Да. Чему добился? Да, избранные это Нео, я понимаю. Нео он ничего не добился. Он как был этой крысой офисной. Он его взял просто Морфей и говорит: ты избранный, все, пошли. Но так он, что не он, надо. Он, а это ребята. Порубил. Это ребята своим трудом все зарабатывали. Так что не надо про избранность тут говорить. Окей, как скажешь. Так, разведочка. От обоих игроков, собственно, у нас разведочка. Инди посмотрел и уехал, а Бами вот только заехал на рампу. Ну, Бами видит он кибернетку, видит он один газ. Смотрим, вижен от Бами. Видит он второй пилон на мейне. Да, он, в принципе... Проклацывает через сейчас... Что видел у нас Протос. Протос тут гоняется за... Ага, он думает, что ему будут делать инженер-блок. Нет, не ну, будут. Кстати, один газ, почему не сделать? Ну да, как бы один игра через один газ предполагает, что, возможно, будет выход. Да, какой-то. Тут гейт, кибернеточка, стандарт. Да, да. Надо звук на мобильном выключить. И вот сейчас уедет КСМ-ка, и посмотрим, что сделает. Ну, Протос поставил вторую, то есть очень раннюю. Рипер чекает. Бами не видел, да, вторую? Старт, да, не видел. Нет, он не видел сейчас второй. Сейчас с рипером увидит все. Так, а в какой газ у нас играет Бами, Данил? Я не обратил внимания, 12 или 13, если честно. Ну, предположительно, что это 13 газ. Чего-то мне почему-то так показалось. Может быть. Пошла инженерка. Бами подозревает Оракула или Дарков. Поэтому пошла инженерка и пошел... Ну, как по мне, слишком поздний газ для этого, ну, для ранних каких-то бяк. Что, неужели был 15-й газ? Честно, я вот не обратил внимания. Я просто наблюдал за Протосом. Да. Плохой ты, короче, этот, человек. А, ну понятно, ты же это, румын. Ты сейчас этот, неприятно назад... было сейчас. Нет, ну почему? Ты, я имел в виду, что ты наблюдаешь очень... Ты же сказал, что тебе интересно будет понаблюдать за румынской командой. Да, смотри, пошла туретка. А Бами минералов. То есть он боится дарков. Боится оракулов. Скорее, оракулов. Правильно даже, делает. Дарков, правильно да. Делает. И рипером. Вот пытался он разведать... что-нибудь, технологию, вот этот сумеречный совет он пытался разведать, но он умер. Не смог этого сделать. Тут в том числе особенности карты очень сильно ему помешали, кстати. Да, идет плюс 2 гейта. Но это нормальный опенинг для этого билда, так что ничего сверхъестественного. У Бами здесь, и пошел рабочий смотрит блинк кино. Пошел. Ну, естественно. О, все, посмотрел фильм. Серия закончилась, наверное. Так, Данил, я вижу на тебя, пока сделаю по-быстрому. Ты пошел посмотреть фильм? Да. Когда ты делаешь от меня вижу, там полосы какие-то. Ну ничего там. Страшного, я думаю, это не особо страшно, если буквально на чуть-чуть. Так, что у нас получается? Роба у нас в продакшене. А у Бами у нас под стимпак хочет выйти, наверное. Три барака, второй газ, грейдов не делается. Так, и вот уже, наверное, поехала пробочка ставить пилон и будет варпать. И ты у нас открыты, блинк у нас... Да, вижу пробочку. На две трети уже сделан. Да, вот пошел пилон. Ну это да варпчик такой. Да, это будет варп сюда и, наверное, будет ломать камни. Хотя, может, это сейфовый пилон, и сейчас второй пилон пойдет вот здесь именно вообще в камнях. Да, и может быть и такое, это же Протоса, он может себе это позволить. И выход от Бами.
и навстречу сталкеры. Сталкеры в другом направлении идут. Интересно, что сейчас случится. Это будет... Да нет, рано говорить про Illuminate. Да я не говорил про Illuminate, но это будет нестандартная ситуация. Сейчас они оба будут ломать камни. Друг другу, да? Да. Давай я сломаю тебе камни. Так, нет, а давай посмотрим. Сломаю. Так, Vision от Инди. Инди не видит пока, что ему ломают камни. А Бами видит? А Бами видит. Да, Бами видит. Ой, блин, какой. Да. Тут, не, Бами не надо сейчас возвращаться, на мой взгляд. Да он и не собирается. О, они, он дернул назад. Тут надо сейчас взлететь и улететь в угол, наверное. Тут как-то, да, и тут, и тут, и тут, тут фотон оверчарж. Ну да, естественно, чтоб тут еще было. Да, вот так вот Протос очень спокойно отбивается за счет фотона оверчаржа. Ну да, Бами... 43 на 12, на 25 рабов осталось после атак этих. А был рекол, да? А, понятно. Нет, почему? Не было. В принципе, давай посмотрим на потери. Да, Бами больше, ну, вернее, Бами меньше. Нет, Бами потерял больше, существенно. Да, Бами меньше убил намного. Ой, как же он в полупозиции находится. Три раза больше потери, она идет просто в лоб. И щиты успеют? Да, нет, представляешь, не успели щиты. Да, это больно. Щиты не успели на каких-то доли секундах. Или Бами их отменил. Или нет, 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 они не успели доделаться просто-напросто. Да, это неприятно для Бами, то есть... Без щитов. Ну все хорошо у Индии. По армии саплая, и по рабочим. Бами, конечно, ставит третью. Ну ему больше ничего не остается делать. У него скопились минералы, пока он дрался. Он пытается их тратить. А тут уже сейчас есть колоссы. Пойдут мадеваки, да. И вот сейчас пушить, наверное, не стоит. Тут, тут недостаточно мародеров. Да, как бы пока Бами. Ну их, в принципе, 9, их очень много, но сталкеры с близком, колосс. Да, не так, чтобы очень, да. Да, вот так нормально сказал. Два колосса. Да, они без дальности, конечно, но все же это колоссы. Да, они раздают душевно. Так, и что? Кибернетка упадет? Нет? Ну, выстрели еще раз, все, и убил. Да, он убил кибернетку, но. Да. Колосса, колосса. Не-не-не, МДВАК. Ой, хороший таймварп, еще. Колосса, хотя бы колосса забрать, если будет нормально. Нормально. Но он забрал колосса, но все равно он потерял, ну, очень много лимитов. Ну, хоть как-то разменялся. Да, на 1500 сейчас больше потерял. На 1700 потерял больше Бами. Это существенно. Бункера ставят. Да, и supply лимиты как бы уже намекают. Да, да, сейчас Протас просто выйдет и убьет. Ну, что-то нехорошее, так вот он уже вышел. А, ну вот он просто сейчас убьет. Да, выгоняет с третий. Причем не просто выгоняет, еще и ЦЦшку сейчас отожмет. У сталкеров таблик есть. Да. Ну, надо ЦЦшку вычинивать. Ну. А рабы поехали драться. А, нет, рабы поехали просто немножко не туда. Да, еще колосс подходит, это, конечно, совсем плохо все. Бункер, колоссы. Какая дальность у колосса? Где балдеет просто? Да я знаю, это был не вопрос, Данил. Да, неплохая дальность, отлично. На 10 хп убегает просто колосс Инди. Да. Хорошо контролит ГМЛ. У колосса 11 убийств просто, понимаешь? По грейдам одна на атаку и у того, и у другого. Викингов отлично фокусит у нас ГМЛ. И вот этот вот обсервера не зацепил Бами? Он не видит? Нет, он не видит, к сожалению, обсервера. Третью закладывает у нас Инди. Она ему уже может и не понадобится. Supply лимит 140 на 70. Да, он как бы намекает. Тут уже все, тут блокада колоссами. Танков нету, к сожалению, у Бами. Хотя... Не, ну, если подсвечивать, да, в принципе, медеваком. Вот, опять смотри, отщелкивается вот, вот, Викинг. Как хорошо, под блин, да. Сразу агрессивный. Просто замечательно, да.
открывает бункер. Ну, естественно. Три колосса все-таки раздают. Отлично, опять отвел этого колосса, который не умирает просто. Маме зачем-то светит. Но он проверяет. Третья в другом месте уже начинает раскачиваться. Да, Бами думает, ливать или не ливать. То есть проверил третью, третью он не увидел, думает, ну тогда ливать не стоит. А вот, но он не увидел третью, она стоит в другом месте. Да. GG. Так вот у нас закончилась первая игра. Угу. 1-0 в пользу из Имба. И что у нас там дальше? Кто у нас там следующий? Следующий у нас вампир. Вампир. И Грец. Молодец, ты просто умница. Да, это судя по тому, что команда румынская, возможно, это сам граф. Сам граф, лично? Да. Тебе говорят лаги, да? Да. Что-то непонятно. Я пересматриваю стрим, я не вижу ничего. Койот сейчас играет на RSTL. Скинул ссылку на Мэджика. Пользуясь случаем, передаем привет Мэджику. Да. Маленькую рекламочку такую. Раз. Мэджик, ребята, помните, что Мэджик является фулл-тайм стримером. Между прочим. Да, пришлите ему кто-нибудь что-то. Мне вот сестра прислала отличный тортик. Могу ему прислать кусочек Мэджику. Новой почтой, может. Новой почтой? В Петербург? Да действительно, почему бы и нет? Послать Мэджику торт. Кусочек. Жека, слушай, у меня для тебя предложение. Мне так нравятся твои стримы. Я отослал тебе новой почтой. Задонатил. Я задонатил тебе торт. Так, создавай, Мэггот. Могу. Мапа. Так, давай посмотрим мапул. У нас были мосты. Угу. А тут лузер, да, по-моему, как-то так? Ну, вот сейчас и спросим. А, еще неизвестно, кто следующий. Видишь, сенсей пишет сек. Так что ждем. Я на секундочку отскочу. Это ты зря. На 15 секунд. Раз, два. Так, Инди говорит, что... А, это было всего лишь БО1? Так я свободен на сегодня, я предполагаю. Ну, возможно.
Ждем, ждем, ждем. Кто же следующий? Кто же следующий? Мы, к сожалению, не знаем, кто же следующий будет играть. По лайнапу у нас идет Грец. А какую карту он выберет? Неизвестно. Поэтому ожидаем. Утомляют, конечно, иногда эти ожидания. Алло, алло. Да, да. Ты ничего не пропустил. Я вижу. У нас как замерло, так и осталось. Сори, пишет сенсей. Сори, что? Сори, что так долго, наверное. Грец. Спрашиваем у Греца, какая карта. Кода, пишет Грец, и у нас же идет система Alkill, правильно, на HD, на RSTL? Поэтому нет, 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 друг мой Инди, ты пока еще не свободен. Поиграешь немного? Немножко, да. Поиграешь, да, а то он уже довольно обрадовался. Но нет. Спрашиваем у оппонентов гол. Играется, отвечает гол. Ждем подтверждения от Инди. Данил, я тебе хочу сказать, что у тебя рамочка почти как у Gmail. Почти, но немножко не такая. Там надо этот, у тебя, скажем так, немножко рамочка, она просто долго, и она запылилась. И если ее натереть, то она будет как у Gmail. Как, я неплохо сказал? Я даже не знаю, что тебе ответить на это. Бог. Бог такой. Планшет, о, да, можно. Сокастер пришел. Пришел наш сокастер. Да. Маленький. Просил, можно ли ему взять планшет? Можно ли ему взять планшет? Угу. Я надеюсь, ты разрешил? Конечно. Вот молодец. Это даст мне какое-то время постримить. Так, и Инди тоже что-то там не готов. Грец уже готов. Ну, ждем. Да, ждем, 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 пока. Пока наши уважаемые все игроки подтвердят. Будут готовы, да. О, все, поехали. Поехали. Очередное ТВП. Угу. Понеслась карта кода. Сверху Terran is your team, Грец. И снизу Протас из команды из Имба румынской Инди. Да. Ну что ж, более стандартная карта. Тут будет немножко полегче Террану.
ты прям клацаешь кнопочки так, как будто это ты играешь. Это я и играю. Оу, я его за рандом убью. Да, именно так. Вижен, пока на тебя переключал. Да, давай. Отвечал на вопросы. Угу. Понятно. Так как? Так, сразу после сапплая Грец едет разведывать. Смотрим. Очень ранняя разведочка. 12-й барак, 12-й газ. Производство мы включим. Не знаю, давай посмотрим. Да, может, да. 13-й газ? Нет, 12-й. Да, 14-й гейт. Пораньше Рипера решил сделать Грец. И вот он увидел, что куда-то поехала пробка, а теперь ему будет чуть проще чекать проксю, в том плане, что он будет смотреть, заедет она сейчас, прямо сейчас или нет. Или заедет немного позже. Видит один газ. Я думаю, что Инди будет играть, возможно, ту же тему. Почему нет? Блинком сталкеров. Да. Может себе позволить, он ГМЛ. Ну да. Так, заезжает пробка на разведку. Видит, что газ уже качается, Рипер будет раньше, чем Кора. 16 орбиталочка, все утерано именно по стандартику. Ага, вижен вот от тебя, Данил. Одного раба. А ну, убер никуда. Ну. Все, тыкаю, молодец. Тыкаю. Убирает Грец, двух рабов с газа снимает, так как положено по билду. Будет он пушить с трех бараков. Заваривает тут инженеркой он. И Грец любит эту тему, я уже... Ай, это было неприятно только что. На халяву получилось забрать. И смотри, как Индия, он паяет просто... Нет, передумывает, больше не паяет. Я редко такое вижу, чтобы тосы прямо вот инженерку аж рабами паяли, вот так им хотелось поставить вторую раннюю. Нет, есть такое дело. Тут у нас зелок. Да, прогоняет Рипер. Прогоняет Рипера Кора. От меня вижен сейчас? Да. Да? То я только что сворачивал StarCraft. Так. Не сворачивай. Бункер на входе. Ну, все правильно, в принципе. Вторая. Так, и что это? Это... Смотри, вот... Зелоты, бусинга побежали... Побежали харасить. Ну тут уже есть бункер, тут им ничего не светит, в принципе. Вовремя сориентировался, пораньше поставил. Зелебуба и бусинка или как? Да. Зелебуба, кубик, бусинка, знаменитый подпушек. Но тут без кубика, тут только зелебуба и бусинка. Какой ужас! Зелебуба. Ой, зелебуба. Бусинка наполучала и улетает, да? Да, а бусинка, между прочим, по-моему, в рабов собирается лететь. Да, такая злая бусинка. Ее так, сейчас, а кстати, убить марика. Можно, я тебе хочу сказать. В принципе, сказать. Сейчас будет три марика. Вот они, три марика из бункера вышли, все нормально. Три марика убивают Кору, они еще все просто прогонят. Жаль, не убили ее. Ну... Идет этот, Зелебоба. Такой развод, да, поотвлекать именно. Ой, бункер продал. А ну, бусинку и зелебоба еще не это, не прогнал. Вторая стала. Сейчас, в принципе, протасу нечем пушить Греца. Грец, как КМЛ, это понимает. Наверное. И продает бункер. Тем более, бункер на входе на верх такое. Он нужен на натурале сейчас будет. Рипер видит. Да, видит он все. Видит роба. Да, Рипер, в принципе, свою задачу выполнил, он может умирать. Какой ужас, Данил, ты. Очень злой. Да, вот бункер пошел на натурале, правильно все. Нет, через Immortals будет играть у нас. Угу.
То есть решил удивить все-таки. Да, и добавляется еще гиты. Еще гиты. Да, еще куча гитов. С четырех гитов будет. Ну, пятый, наверное, надо поддобавить. И вот он вышел играть с мариками. Чуть позже это у него получилось, чем положено по таймингу. Ну, совсем чуть-чуть. Но он и без стимпака идет. Там по таймингу со стимпаком. Он нормально. Тут, в принципе, он и без стимпака должен разбираться. Просто что да, сейчас вот, от кайты. Да, неприятный такой кайт. Да, у сталкеров же рейндж подальше. Чем у мариков. И марики, потеряв одного своего... Двух своих собратьев. Смотри, вот ГМЛ не стесняется ставить фотонку на входе, видишь? Ну, а почему нет? Ну, да, ему сейчас, наверное, надо это делать. У него всего 4 сталкера, да? 4 сталкера и Immortal. 4 сталкера, Immortal, Зелок и Кора. Ну, вот такая вот армия сейчас у Протоса. Ну, у Коры уже фулл мана, так что она может кидать фотон оверчарджер. Ну и под стимпак, может быть, попробовать, нет? Да не, не думаю. Ну мало, Протоса мало очень. Но у него кажется... есть варп, у него есть... Сейчас колоссы будут делаться, вот он копит денежку на колоссов. Ну так правильно, до колоссов как раз бы успел бы. Грэд? Да, почему нет? Ну, наверное, сейчас, это надо... Сейчас бы он бы успел до колоссов подпушить, как минимум рабов погеноцидить. И теперь у нас игра начинается с 7 гейтов. Это опасно. Это опасно. Опасно, это, да, вот. Это агрессия. Вот, пуш правильно он делает. Надо размениваться. На мой взгляд, конечно. Это будет жесткая агрессия сейчас от Протоса. Как сказал Антон, я сраная голда, поэтому я... Я так не говорил. Не делаю, как бы, каких-то ультимативных... Я не знаю, зачем ты меня сейчас только что обклеветал? Когда я это говорил? Вчера. Подожди, то, что я сказал вчера, не считается. Ну, конечно. Я же говорил это не на стриме. И третья закладывается. Протос дико халявит. Ты думаешь, стоит Грецу поднапрячь? Ну, я тоже так считаю. Ну, посмотри, у него... Хотя бы третью отмени. Нету армии, ну нет у него армии. Ну, один колосс, один иммортал, это, конечно, хорошо, но а где сталкеры, которые должны это все прикрывать? Тос ожидает развода, да, какого-то? Ожидает, ждет, да. Он как чувствует, смотри, вот он приходит именно туда, куда идет Грец. Посмотрим Вижен от Протоса. Что он видит? Так, он увидел Марика бегущего, а сейчас... Он, в принципе, да, он хорошо... Сейчас он понимает, да, о том, что сейчас-то будет его напрягать 100%. И тут... Ну, дерись, почему... Можно было, мне кажется, подраться, нет? Интересно посмотреть от первого лица Протоса, как он вообще на все это дело реагирует. Так, и развод от Греца. Грец любит это делать, мы это знаем, мы это помним. Все, насмотрелись мы от Протоса, ждем, смотрим. Тут два дроп спалился на обсервере. Да, тут обсы как бы висят. Все, уже реакция хорошо. Отличная у Протоса. Ну и что, и будет забегать на третью Грец? Ну, конечно. Тут его уже ждут дроп, оп. Да, он видит, что его ждут, не дропает. А то дернулся, и тут можно покупать Nexus, может быть, нет? Не хочет он. Правильно, он бы и Nexus не фокуснул, и все это потерял. Он бы просто не успел. Ну, как тебе сказать, ну 700 хп он снял у Nexus. Опять дроп. Тут снял щиты. Да. Дроп будет в лоб. Дроп будет. Хорошо напрягает, в принципе. Будет? Ну как, не то чтобы напрягает, трех сторон, но нет? Заставляет потеть, я думаю, сейчас. Эймела, Инди. Не знаю. Вот думаю, да, дроп. Почему? Думаешь, нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, надо забирать и улетать. Надо улетать. Блинка нет. Ай, что ты делаешь? Есть, бусты, нажми. Он не контролит просто здесь сейчас, к сожалению. Какая ошибка. Потерял, да? Потерял, да? Один. Просто на ровном месте. Да вот тоже. Покидать бы просветки, что ли, на армию Грецу, нет? Куча обсов везде, ну. Все видит. Ой, вот это вот сейчас неприятно. Он еще
не успел высадиться, уже надо засаживаться и улетать. Колосса. Ну, пытается забрать колосса хотя бы, да, чтобы как-то оправдать это вообще, это все. И все-таки будет забегание на третью, но тут тоже колоссы. Какой буфер стал из вилко. Ой, филды, потрясающие. Просто потрясающие филды. И просто вот армия... Да, и лимит в два раза больше. А теперь уже да. Тоса на 50 больше. Все, готов у Протаса блин к сталкерам. Забыли мародера. И как отлично, Протас просто ловит все дропы ловит Протас. Вот все. Он такое ощущение, что у него мута. Ну и тем не менее, еще плюс 5 нравится, гитов добавляется. Плюс 5 гитов добавляется у Протаса, это очень сурово. Да, лимиты уже совсем не радужные. И сейчас прилетит дроп как просто раз... летит на армию. Ай-яй-яй-яй-яй. Пролетает, но армию заметил, да. Ну хорошо, хоть так. Улетает. Сейчас это все просто можно было отдать на халь. Ай-яй-яй, блин. Ну, два медвака отдал, да. И да. Минус 2 фул медвака. Да, как же отлично отыгрывает Протас от дефа, видишь? И по потерям это просто, вот это нечто. Посмотри по потерям, Данил, просто по минералам. На 5000 да, больше, на 5700. Да, это просто... И вот Протас отдефался, значит... Отбился от всех карасов и пришел в лоб просто убивать все это дело. Да, зелки отлично оттанковали. Да. И все, и теперь основная армия зашла. Что-то... Правильно, Грэс, я бы тоже летал домиками. Че это? Ну, не знаю. Не вижу смысла в этом. Мне было бы обидно. Так, подожди, обидно это такое дело. Если бы тебя фотонили, может ты поднял бы домик и умутил. А вот, а так, ну, он просто сильнее. Да, GG пишет Грец. 2-0. Грец проиграл в действительно неплохой борьбе. Да, мне, кстати, понравилось, как он играл, несмотря ни на что. Он сделал, в принципе, что он мог, он сделал. Да. Так, что у нас следующий? Даниил Александрович. Да. Почему вы не предоставили мне инфу? Че? Кто следующий? Следующий гоблин. А, подожди, следующий от нас. Как ты думаешь? Да нет, от нас. Я думаю, следующий зипер. Там, это же должен как бы Кэп сказать, наверное, кто у нас следующий. Ну, я думаю, что будет зипер. Да. На него вся надежда, наверное. Так, ждем. Да, ждем. В принципе, вот зипер. Просто смотрю. В принципе, вот если смотреть по графикам, то до определенного момента Грец как бы абсолютно на уровне был.
чуть его перехалявил, конечно. Инди. Флэш троллит. Тут же понятно. Не знаю, потому что не владеет информацией. Нет, он троллит. Ну тогда нехороший он человек. Данил, ты так томно дышишь в микрофон? Да, простите. Надо купить хорошие микрофоны, конечно. Конечно, надо купить хорошие микрофоны. И Проция 7 можно. Я, в принципе, буду доволен данному приобретению. А будешь потом на стриме говорить, вы не представляете, что мне пришлось за него делать. Что Zip молчит, да, у нас? Да. Интересная, конечно, команда это из Имба. Во втором составе ГМЛ. Неплохо, да? Ну а что делать? Не лагало. Лучше смотреть как бы низкое качество без фризов, чем высокое. С постоянными подгрузками. Так, а где зипер? Тот же вопрос у меня. Да, сенсей уже ответил. Прошу прощения. На какой карте, как ты думаешь, против Тоса было бы профитнее зипу сыграть? Не знаю. На какой-нибудь... На 4 респа можно? Терраформе. Зип выбирает терминал. Угу. Не знаю. Ему видней? Ну, ты говоришь, что флеш не троллит. You want to take the gold? Ну, он спросил просто.
Просто он веселый парень. Ты думаешь? Будь здоров. Зачем я тебе сказал будь здоров, если ты выключил микрофон? Спасибо, Данил. Угу. Ну. Да. Как это зачем? Ну, может, чтобы я был здоров, там, ну, там такое дело. Так, понеслась. А инди-тиран? Прошу. Ну вот и я тебе об этом. Ну, не успел. Но он написал ready. Никаких претензий к нам нема. Да, это, ну... Если это так, то это уже, ребята, куражатся. Ну, не знаю. Если он как бы сделал это специально... Так, если я не ошибаюсь, нельзя менять расу. Да, я тоже, если не ошибаюсь, то как бы нельзя так делать. Ты с заявленной расой выступаешь. Да, должен играть с заявленной расой. Да, а то был бы какой-то на ВЦС или на Близконе, вышел бы Хиро, сказал бы, поиграю за тосов, наверное, сегодня. Так кто у меня в оппонентах? Лайф, так, Лайф сейчас на спаде, поиграю, за, наверное, за Теранов. За тосов, он же и так тос. Посмотрим. Итак. Причем тут Blizzard? Я не понял. Может, он сказал, что он... Я не понял, я не успел прочитать, что он написал. Я успел прочитать Blizzard. Он написал I am TOS user Blizzard. О, поздравляю. Создавай еще раз. Да, без проблем. Терминал, да? Угу. Да, терминал. Все, протос, все нормально. Ждем. Ну а че вот. А, зиппер ждем. Ждем, пока зиппер подтвердит. Да. Зип-лагер. Все, поехали. Все, протос, терн, все нормально. Я предлагаю типу сейчас переключиться на протоса на последних секундах. И написать Blizzard. Blizzard. Не, ну он извинился, нормально. Бывает, без попутал. Поехали. Итак, карта Dash and Terminal Dash. На 12 часах у нас зиппер сверху. И на 3 часах у нас Имба Протос из команды из Имба. Инди. Где-то так, да. Имба, потому что сейчас он не убиваем. Никто не может наказать этого наглеца.
Да, ну, на зипку, наверное, есть какая-то надежда. Она, конечно, не очень. Ну, зип может, может. А может, если конечно, он, никто же не если ходит. Он покажет хорошую игру, я думаю, может победить ГМЛ. Почему нет? Думаю, на ладаре он не раз это делал. Ну, на ладаре это одно дело, как бы. Это те же самые ребята из ладера. Нет, это они-то те же самые, но на соревнованиях все немножко по-другому. На соревнованиях и ГМЛ как бы более сосредоточены, я думаю. Хотя вот сейчас после двух таких побед он может быть немножко расслаблен. Зипка может этим воспользоваться. Почему ему бы этим не воспользоваться? Посмотрим. Так, первый раз против Тирана сыграл в быстрый блинк у нас. Не совсем понятно. Индив? Непонятен выбор Зипа по карте. Этой карты? Да. Да, не знаю, но не очень Зипу виднее, наверное. В этом контексте. Во что будет играть третий раз у нас Инди? Вот ну, это вот будет довольно интересно, потому да, что... Инди, причем он играл с двумя тиранами, но не делал никакой прокси оба раза. Да. Я думаю, что и в этот раз он не будет. Ты думаешь... Да, я думаю, что либо, да? либо блинк, либо эти... Ну, в принципе, имморковые. Да, один газ, похоже на то. Да, то есть... Хотя Даркита как-то, по-моему, есть билд, они делают с одного газа, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Не знаю, такой билд против платины он бы еще мог бы сделать. Зип мешает постановке Нексуса. Тут уже две пробки приехали, паять, и сейчас Зип потеряет КСМ-ку, да. Кора еще вот нет. Вот. Ничего нет еще у Инди. А вот здесь у Зипа прилетает Рипер, который. Ну, я не думаю. Тут бустится может... Кора. Ну, что-то может нарезать. Хотя бы отжать ту КСМ-ку, которую он потерял. Что-то он скачет. А, ну тут он не может, отлично не может. Отмикривает пробок на самом да, деле. Инди ничего не теряет просто. Три пробки отвел. Как покоцанные. Да. Ну все, и... Приходится отступать. Да. Рипер уходит абсолютно ни с чем. В ТЦ-ху выходит и Зип. Ну, как ни с чем. Рипер, в принципе, он не для этого делается. Так, ну, получится там убить КСМ-ку. Хорошо. Не получится, он больше для разведки, наверное. Тут уже есть сталкер. И вот он, да, Зип заскакивает, видит второй газ. Стал. И все, забегает в угол и умирает. И умирает. Ну посмотрим, посмотрим. Будет ли какой-то подпуш под стимпак от Зипа или не будет. Там тоже довольно интересно. Нет, не будет. Он, видишь, факту поставил. Он 1-1-1 делает тут мелкий троп. Да. Угу. Да, Twilight пошел у Инди. Идет сталкер. Такому протасу, так как он ловил дропы Греца, дропать минки, наверное, будет тяжело дропнуть. Не без этого, все же будет зависеть от того, когда будет готова у нас роба. И вот смотри, не боится все, абсолютно ничего. Инди, он пушит одним сталкером. Он это отвлекающий такой момент, который двумя сталкерами уже сейчас. Отщелкивает такие, ты посмотри на него. Отщелкивает таки пробочку. Молодец. Роба уже в заказе. Ну и что? Пританцовывают немножко сталкерами. Да. Туда-сюда. Отвлекает он. Ушел. Ну, видишь, почему? У меня бы так не получилось. И там сконтролить конечно, этих сталкеров, и базой на базе заниматься, да, и делать грейды. И потанцевать сталкерами, и... Угу. И делать грейды, ну, то есть, вот тебе и разница. Поэтому я сраная платина. Но сейчас будет заказан обсервер уже. Дроп мин довольно поздновато, да?
Ну, вообще, да. Уже как-то не... Ну, конечно, поздновато. И три сталкера в минеральной линии уже ждут. Да, ждут, и сейчас они... Все прекрасно понимают. Развернуть, я думаю. Как они читают игру? Нет, все-таки дропает, решается дропать. И закапывает, закап. Молодец, молодец. Одна минка уже в минералах. Нет, забирает. Ее надо забирать, потому что это прохладненький вариант. Сейчас ну да, уже есть роба, как бы. Конечно. Если бы его не было, то тогда да, можно было произвести на какую-то фотонку, рабы бы катались. А да, так... да, да, да. И колосятня у нас уже наполовине. Колосятня — это хороший домик. Да, не самый плохой домик, будем откровенны. Жду тут 4 сталкера ждут в одной минеральной линии, 3 сталкера ждут в другой минеральной линии. Позволяют строить имбовых юнитов. Хотя не могу сказать, что колосса — это имбовый юнит. Ну, требует определенного контроля, конечно. Кстати, да, действительно, попробовав поиграть за протосов, можно сказать, что да, действительно раса, которая требует контроля. Не самого такого ординарного, особенно в макроигре, да, вот когда у тебя 2-3, как бы, когда у тебя есть штормы, когда у тебя есть колоссы, это все не так просто, как еще казалось. И в центре, да? Да, это не так просто, как казалось, когда ты ими не играл. Ну, это для тебя сложно, когда ты ими только один раз поиграл, ты ж... Ну, как один раз, я вам, да, открою вам маленькую тайну. Мы с Антоном по пятницам ходим на Америку и в бронзе унижаем людей. Ужас, Данил, зачем ты это сказал? Я теперь не смогу, я знаю, меня теперь смс-ки будут слать, какой ты отвратительный человек. Ну да, согласен, это не самое хорошее, что я в жизни сделал, конечно. Да, ты должен был сказать, у меня двое детей, мне очень тяжело, поэтому я хожу на Америку и унижаю маленьких. Ужас, просто ужас, Данил. Да ладно, все просто, что ты сразу так начинаешь? Унижаю, господи. Ты за рандом вообще играешь. Сервер тут висит. Да, обсервер видит все, конечно. Прям под обсервером стоять — это, наверное, очень забавно. Ну, ты же не угадаешь, где он. Да, понятное дело. Это когда он летит, его можно там заметить. Да, когда он стоит, его ж не видно. Ну да. Не, кстати, есть вариант его заметить. Надо подвигать колесиком вот так туда-сюда, туда-сюда, над обсервером. И тогда его можно заметить. А, прикольный ход. Я посмотрю, как ты будешь... Стоять, смотреть на свою армию, ну, и двигать, да, колесики. Это, конечно, придочек, но тем не менее есть такое. А, мародера забыл. А нету места, говорит мародер, все. Мародер, ой, извини, нет места, ты умрешь. Ой, да. на бустах ушел зипер, фух. Фух, а то там фул мы двак. Два. Нет, а с этим, с 33 да, хп. Да, с 33 хп, да. 33. Да, и снова ГМЛ у нас играет от дефа. Смотри, но в то же время он потерял 100 минералов. 100. И добавляется куча гитов. Да, какой-то зелот умер, видимо. Шторм. Да, зелот умер. 0 рабов потеряно. В 13-й минуте, да? Ну. Да, неплохой игрок. Да. Скажу прямо, да. И вот, ура, вот, пробка умерла. Одна. Умерла одна пробка. Это просто потрясающе. Ну, вот смотри, уже 675 потерял. Правда, зип уже да, на 1500 больше тут же стало. Ну. Ну да. Мулы можно кинуть. Очень много мулов можно кинуть. О, аж прям 4 штуки. Ну, экономит просветки зип. Видит штормятню. И добавляет гостятня, пошла, у Зипа пошла, хорошее решение. 3-3 базы, это... Так, ну, полетели. Пока полетели еще, мулы. В принципе, Зип не очень, как бы, отстает. Ну, по армии сапплая довольно. Грейды.
Вот так вот Зип решает вообще в наглую. Просто прилетел викингами и убил колосса. Потерял, правда, при этом два викинга. Три. Четыре. Это не лучший. Размен, и да? Пошли, да, размен не лучше, на одного колосса менять три викинга, четыре. Индия, так понимаю, собирает 200. Ну, а почему нет? Конечно. Он пойдет куда-то, да. Нет, вот сейчас уже идет. Дождался штормов и идет. Ну, 165 тоже хороший этот плюс со штормами. В маленьком вот этом вот пространстве сейчас это будет просто... Да, тут будет... Это будет трэш. Все будет спалено, к сожалению. Mm-hmm. Так, не видит Зип армии. Вот, да-да. Ой, боже, какие штормы. Отличная позиция у викингов, на самом деле. Просто замечательно. Да, он хорошо залетел викингами. В принципе, колоссов викинги практически умерли. Забрали. О, шторм на упреждение. На упреждение, GG. Да. Просто ГМЛ, вот и все. Так, ну, в лайнапе у нас Ямага, которого я не вижу здесь. Будет ли Ямага? Неизвестно. Ждем Ямагу. Ждем, пока сенсей напишет что-то. Ждем, ждем, ждем. Угу. Можно пока посмотреть личные данные Инди. Угу. 13 раз ГМЛ. Немало, немало. Действительно. Вот у него какие-то поражения вот 2 недели назад было. Это он ливал, что ли? Ливу сбрасывал, что ли? Ага, похоже. Не жал людей в бронзе? Ну... Если 8 секунд игра длилась, как ты думаешь? Я думаю, что да. Угу, ливнул он из лиги. А я что-то не могу понять, или как? Я опять вышел в ГМЛ? Ну, я не вижу... Молодец. Я просто не вижу у него... Вот он ГМЛ, но я не могу его рейтинг посмотреть. Не бери в голову, какая разница. Сейчас третий сезон? Да. Ну. Вот он второе место ГМЛа во втором сезоне. А как он ГМЛ, и что у него закрыто тогда это? Ничего не могу понять. Нет, я не имею. Пойду флеша посмотрю. Флеш 2 раза ГМЛ, и он сейчас ГМЛ. Вот так вот. Вот Ямага появился, создавай. А, Ямага должен же карту, надо сказать. Ну да. Это же... Это же мы же не можем же создать без Ямаги же. Так. Ну да же. Да. Хьюк! Знаешь такого? Мы с ним играли. Ты сейчас меня обозвал? Нет. Помнишь, играли с зергом Хьюк? Недавно КВшка была какая-то. Возможно. Из New Tiberium Order. Помнишь? Ну и? Ну, что? Просто говорю, что Хьюк. Я просто увидел Хьюк в турнирной таблице у Флэша. Угу. Все. Вот, и увидел Хьюка, решил тебя сказать.
Точнее, круто. Спросить, хочешь, господи, этот. Помнишь ли ты Хьюга в конце концов? Увидеть Хьюга и умереть. Ты его уже видел. Не надо там дальше ничего делать, Данил. Я прошу у тебя. Окей. С кем же мне стримить? Действительно. Да ладно, не буду. Тут должна быть шутка про твой голос. Просто знает. Не может мага поделиться с картой. А когда у нас завтра, да, еще КВ? Да. Угу. Потом я могу постримить картинку, разве что из поезда. Из поезда. Да. Что будет происходить в поезде, лучше на стрим не показывать. О том, когда ребята едут 16,5 часов. Да, и некоторые из них для того, чтобы сыграть одну игру сначала в основной сетке, а потом еще одну в сетке лузеров. Ну почему некоторые? В основном все. Ну, в принципе, да. Дойдет какой-то лунный мир. Вот так. Лунный мир. Отвратительная карта. Просто отвратительная карта. Почему? Просто она отвратительная. Вот и все. Когда-то я пытался с ней на ней сыграть в макро с ML Протосом. Молодец. Смешно, да? Кстати, я ее оставил у себя, я ее не забанил. Да, действительно, да ты у нас просто психованный паренек, который оставляет все это дело. Всякие бяки. Все, поехали. Поехали, Ямашка. Давай, Ямашка. Тащи, мой юный чизерок. ПВП. Да. Может просто Инди умеет тиранов убивать. А Протосов не умеет, да? Не очень, да? Я не умею Протосов убивать. Ты умеешь? Я тебе больше скажу, я, наверное, даже лучше всего умею убивать именно Протосов. Какой твой лучший матчап? Давай поговорим о тебе. ПВП. ТВП. ТВП, да? Безусловно, да. Вот молодец какой, слушай. Как у тебя в последнее время с зергами? Более-менее. У меня в последнее время плохо с тиранами. А, с тиранами, да? У тебя как-то периодично, да? То есть я заметил, что у тебя... Ну, почему-то вот так вот получилось. Сейчас у меня плохо с тиранами. А, не обо мне сегодня речь. Сегодня у нас КВ, стрим. Пока загружали, что я не мог спросить у тебя? Два Протоса. Да. Ямага и Инди. Инди у нас снизу, Ямага сверху. Поехали. Покручу немножко Ямага камеры. Пишет ГГ и сейчас ливнет, видимо. Неплохо. GG, все. Я пошел, у меня суп убежал. И кот убежал. И дети. У нас дебют, я буквально на секундочку отлучусь. Какой дебют у нас? У нас тут какой-то пилон появился неожиданно для нас. И что это у нас? Два гейта? Будет гейт, нет? Ну, да, конечно же гейт, конечно же. Дебют, говорит, и ушел. На таком интересном месте, вот вообще, вот Данил умеет. Вот вы заметили? Вот как только начинается самое интересное, с какой-то самый трешачок. Ямага, ты видишь это? Нет, ты нифига не видишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же это происходит-то? Люди добрые, Протоса убивает. О, еще и чизом. Просто ужас. Ямага в два газа открывается. Молодец, тоже собрался чизить. Ха-ха! А чем же ты чизить собрался? Старгейтом? Небось, каким-нибудь. 100% старгейтом. Но тут уже два гейта, кибернетка. Все, сейчас будут зилки к тебе прибегать, друг мой.
Очень-очень жестко. Да, у Ямахи пошла. Да, это будет прокси Оракул. Насколько я знаю, этот билд, это прокси Оракул. Все разведывает у нас Инди, но Инди-то придет убивать намного раньше. Данил, где же ты? Ты всю игру пропустишь-то. Оп. И Ямага видит, что... Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. А как же ж так-то? Азилки-то уже здесь. Азилки уже здесь. А нехорошо так... Ай-яй-яй, ну нельзя ж так зажиматься. Нельзя. Микро, микро, покажи чудеса микро. Надо отъезжать немножко, да. Кора выехала. Два сталкера. Вот выходят два сталкера, и это проблема уже. Отмикрил зилка, но... Ну, уже рабочих 12 на 12, в принципе, нормально, но... GG пишет Ямага. Все! Друзья мои, Инди умеет не только играть в сущее макро. Инди умеет еще играть и в такую штуку, как два прокси гита. Ну, вот так вот быстро у нас. Да, ты ушел на самом интересном. Были два прокси-хита от Инди. Ага. Да. А Ямага играл в прокси Твайлайт. Угу. Ну, не успел немного. Немного? Да там много не успел. Зилки прибежали уже тогда. Зилок один прибежал первый. Да, и так. И заканчивается разгромом сегодняшний КВМ от Инди. Да. Ну... UA Team Инди 0-4. Ничего не поделаешь, все-таки... ГМЛ, причем ГМЛ со стажем. Отлично, просто отлично. Так, ну что, заканчиваем, я думаю, стрим. На этой оптимистической ноте. Да, уже все, в принципе, ливнули. Можем ливать и мы. Да, и будем, пожалуй, заканчивать. Да. Комментировать-то уже нечего. Всем спасибо, кто смотрел. Да, большое всем спасибо, кто вообще да. нас смотрит вообще в принципе. Всем пока-пока. Где-то слышишь, Данил, я тебе хочу сказать, что у нас где-то один друг нас потерялся. Нас сегодня смотрит всего лишь 7. Ну, может, кто-то тёща поехал. Да? Мало ли. Думаешь, может, поехал тёща или кушает, или спит, или уроки или... делает. Или уроки делает. Или пьяный. У нас очень обширная аудитория. Да. От делания уроков до... Я говорю, на ТЭЦ разные случаи бывают. Да. Все, ребят, большое всем спасибо за то, что смотрите нас, за то, что слушаете нас, за то, что любите нас, наверное. В общем, большое всем спасибо. Да, завтра, пожалуй. Да, завтра у нас КВ. Да, завтра, пока, предположительно, пока. У нас КВ... Наверное, тоже в 21.00, да? Наверное. Поэтому приходите завтра, мы снова будем здесь в то же время, на том же месте. Все, ребят, большое всем спасибо, услышимся. Пока.